отходим. На площадку приглашаются танцоры второго захода. Медленный вальс. Спасибо, танцоры первого захода могут отдыхать, а я приглашаю на площадку второго захода.
Спасибо. Танцоры закончили свое выступление. И на площадку А я приглашаю следующую группу. Группа под номером 33. Закрытый кубок соло, дети 0. Группа под номером 33. Танцоры под номерами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На площадке Б 39-я группа. Кубок пары, дети 1, 3 танца. Танцоры под номерами 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. Итак, на площадке А будет проходить финальные соревнования. Это закрытая группа. Кубок соло, дети 0. Семь участников продолжают свои соревнования в финале. А на площадке Б у нас проходит полуфинал. 9 пар принимают участие в этой группе, и 6 танцевальных дуэтов продолжат свои соревнования в финале. Я называю номера пар, которые принимают участие у нас на площадке Б. Это пара по номерам 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 и 119. Итак, танцоры готовы?
спасибо танцорам. Вы сейчас отдыхаете. Я приглашаю на...